Всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь. Продолжаем играть в Warcraft 3 Reforged, кампанию уже с морей. И у нас следующая глава, 6-я. Осколки Альянса. Наши войска скоро будут готовы. Но мы почти ничего не знаем о том странном крае, куда отправился Иллидан. Этот край носит имя Лордерон. Там живут народы, верные Альянсу. Тому самому Альянсу, что помог нам в битве на горе Хиджал. Мне говорили, что их королевство и людей, и эльфов разорила армия Плети, нежить. Эти леса жестоко пострадали. Мне придется на время оставить вас. Я войду под тень деревьев и попробую поговорить с землей. А мы тем временем попытаемся найти следы Иллидана. Надеюсь, что вы займетесь только этим. Выяснять отношения вы сможете после того, как мы найдем моего брата. Разумеется, Шандо. Отправляемся немедленно. Здесь был лагерь Альянса. Похоже, на него напали совсем недавно. Чужеземцы, милорд. Вроде бы они не из нежити, но кто знает. Ишнуала, ночные эльфы. Я принц Кельтас. Должен признать, я не ожидал увидеть вас в этих землях. Впрочем, что бы ни привело вас сюда, в этом проклятом краю вы найдете только смерть и тьму. Ишнудалдип, Кельтас. Я Маев Песнь Теней. А это Тиранда Шелест Ветра. Мы охотимся на могучего демона, который недавно прибыл в эти земли. Любопытно. Я ничего не знаю о демоне, но что-то растревожило нежить в руинах Долорана. Мертвецы нападают на нас и днем, и ночью. Мы как раз собирались оставить этот лагерь и отправиться на поиски убежища на другом берегу реки Эревас. Что ж, юный принц, тогда мы готовы помочь тебе. Подожди, у нас на это нет времени. Быть может, когда твои солдаты окажутся в безопасности, вы поможете нам в охоте на демона. Почту за честь, миледи. Так, что за задание-то? Ну-ка. Правосудие свершится. Проводите караван. Близится финал. Туда идти. Я уже заждалась. Самое время. Нежить атакует! Защищайте караван! Не бойся, Кельтас. Наши горные великаны быстро расправятся с этими убогими тварями. Их каменные шкуры практически неуязвимы для вражеских атак. Тиранда, мы напрасно тратим время. Нам нужно искать Иллидана. Маев, им нужна наша помощь. Их собратья помогли нам в войне с Легионом. И мы должны вернуть этот долг. За стражей! Нежить вернулась! Нет. Защищайте караван! Во имя правосудия! За стражей! Запас маны во имя правосудия! Пора продолжить охоту. Мелочь, куда ты? Поторопись. Опять поторопись. Близится и так финал. Штуку, как могу, вообще. Лагерь наемников. Мы можем завербовать кого-нибудь из них, но для этого придется найти золото, которое я припрятал неподалеку. Ты спрятал свое золото? Миледи, мы проигрываем войну. С каждым днем нежить все теснее смыкает кольцо вокруг нас. Приходится хранить припасы так, чтобы они были надежно спрятаны, но при этом всегда оставались под рукой. Здесь, в глуши, есть несколько наших тайников. Значит, мы найдем их. Сейчас,
Запас маны исчерпан. Это плохо. Во имя правосудия. Во имя Илуны. Что ты стоишь? Защищайте караван любой ценой. Ашал Тарадас. Во имя правосудия. За стражей. Самое время. Мы впустую тратим время. Да не впустую, все нормально. Ашал Тарадас. Сдохнет уже. Ашал Тарадас. На караван напали. Отбейтесь там. Я пришел за золотом. Близится финал. Вот где Кельтас спрятал свое золото. Забираем его и идем дальше. Виновные будут наказаны. Самое время. Маловато войск-то. Я завершу начатое. Так, что ты там взяла? Нифига. Правосудие свершится. Наточил я свой топор. Наточил я свой топор. Мы впустую тратим время. Близится финал. Виновные будут наказаны. Чё, тут кто-нибудь нападёт, так и знаю. Во имя правосудия. Ну, что за-то? А жизнь портит. За стражей! Защищайте караван любой ценой! Пора продолжить охоту. За стражей! Поторопись! Не хочу. Мы впустую тратим время. Я уже заждалась. На караван напали! Да, вы сами там убьете. Я уже заждалась. Я завершу начатое. Самое время. Близится финал. Остановимся здесь и пополним припасы. К сожалению, у меня осталось мало солдат. Армия Плети изрядно потрепала нас за последние месяцы. Кельтас, а как же ваши собратья, высшие эльфы? Неужели они не сражаются с нежитью? Плеть уничтожила нашу родину, Кельталас, и мой народ почти исчез с лица земли. Те немногие, что остались в живых, теперь называют себя эльфами крови, в память о тех, кто пал в той войне. Кельтас, я скорблю о павших вместе с тобой. Но ты не должен позволить ярости и отчаянию завладеть твоим сердцем. Возможно, тебе суждено привести свой народ к новому, светлому будущему. Иди купи. Еще один тайник Альянса. Берем золото и уходим. Недостаточно золота. Нежить вернулась. Мать. Защищайте караван. Мало золота. Самое время. Мы впустую тратим время. Они там преследуют. За стражей! Во имя правосудия! Защищайте караван любой ценой! Виновные будут наказаны! Ну, там сами стараетесь как-нибудь, да? Близится финал. Стоять! Недостаточно золота. Пора продолжить охоту. Ну, там жив, нет? Я уже заждалась. Защищайте караван любой ценой. Ну, наверное, туда не пройдем, тут только поверху. Виновные будут наказаны. Да, и так и будут нападать снизу. Самое время.
Ашал Дарадас! Во имя правосудия! Защищайте караван любой ценой! Их крыс нанял. Виновные будут наказаны. Непонятных крыс. Я уже заждалась. Я завершу начатое. Самое время. За стражей! Ашал Дарадас! Да, вот он где-то что. Правосудие свершится. А кто же жизнь лечит? Вот это? Виновные будут наказаны. Я уже заждалась. За стражей! Близится финал. Близится финал. Ну, хватит он стоит, пошли. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Я уже заждалась. Самое время. Тупичок. Я завершу начатое. Караван цел. Я уже заждалась. Близится финал. Друзья мои, мы на распутье. До нашей цели можно добраться короткой дорогой. Но она проходит слишком близко от крепости Нежити. Второй путь безопаснее. Но мы потратим больше времени на то, чтобы добраться до реки. Обе дороги небезопасны. В любом случае не стоит медлить с выбором. Так, ну... Один из немногих оставшихся аванпостов на этом берегу. Мы отдохнем здесь и соберем подкрепление. Опасный путь направо, но он короткий. Ну, там есть еще дополнительные задания. Длинный путь налево. Даже не знаю. Ну, попробовать, давай попробуем. Опасный путь. Может быть, найдем там войск еще себе. Они будут наказаны. Близится финал. Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Мало золотишко, конечно. Самое время. За стражей. Я уже заждалась. Ашал Дарадас. Во имя правосудия. Я уже заждалась. Это нажмите. Еще один тайник с золотом. Оно поможет нашему делу. Все, я завершу начатое. Дополнительное задание мы выполнили. Близится финал. Мы впустую тратим время. У меня есть дела поважнее. Золота. Пора продолжить охоту. Самое время. Я завершу начатое. Это та самая крепость, о которой я говорил. Если мы хотим провести здесь караван, ее нужно уничтожить. Сейчас, еще. Ашал Дарадас! Ашал Дарадас! Защищайте караван любой ценой. Запас маны исчерпан. Я слышу голос Луны. Поторопись. Это... Правосудие свершится.
имя правосудия. За стражу. Мне тут строй тут. Кто смеет угрожать нашим местам? Пора продолжить охоту. Кто смеет угрожать нашим лесам? За Халимдор! Правосудие свершится. Я слышу голос Луны. Мы впустую тратим время. Аман. Хорош на вот это возмездие. Я уже заждалась. Что стал там? Крушить. Поторопись. Крушил, иди круши. Ашал Карадас! Что там у тебя? Аш, это Роман. Поторопись. Защищайте караван любой ценой. Правосудие свершится. Во имя правосудия. Готовы все? Пора продолжить охоту. За стражей. Я не жалею, что выбрал короткий путь. Оправдан. Я завершу начатое. Сказал, что с него выпало. Правосудие свершится. Близится финал. Виновные будут наказаны. Виновные будут наказаны, да. Обязательно. Только найти их осталось. Я уже заждалась. А получается, мы прибыли. Самое время. Ведь я там бы длинным путем пришел, да? А я пришел к... Виновные будут наказаны. Я завершу начатое. Близится финал. А, ну им всем главное дойти. Я уже заждалась. На караван напали. А чё там медленно-то идёте так? Видите, все цело. А, это деревня погребальных костров. Река Эревас находится прямо за ней. Кажется, что-то здесь не так. Возможно. Но мы должны двигаться дальше. Проклятие! Они поджидали нас! Защищайте караван любой ценой! Мертвецам нет числа. Нежить продолжает наступать. Во имя правосудия! Самое время! Богиня зовет. Богиня зовет. Пора продолжить охоту. Так и есть. Мы отбили атаку, но к нам идет вторая волна. Мы не можем больше ждать. Еще одна атака, и мы потеряем караван. Кильтас, пусть караван переправляется через реку. Я останусь и буду защищать мост. Я ценю твое благородство, жрица, но даже тебе не сдержать эту орду. Элуна защитит меня и придаст мне сил. Oh, my God.
сдерживает их. Богиня милосердная. Топло. Нужно спасти Тиранду! Течение уносит ее прямиком во владение нежити! Нет, Кельтас. Тиранда знала, чем рискует. У нас есть более важная цель, а времени осталось очень мало. Твои солдаты в безопасности. Пришло время исполнить обещанное и помочь мне в охоте на демона. На этом моменте остановимся, продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, все время не забывайте. Всем удачи и пока. Thank you.